Шастра — наука о позиционировании человека в пространстве и времени. Дело в том, что нас окружает огромное количество разных энергий, влияний. И в зависимости от того, как человек позиционирует себя относительно них, он либо открывается, либо закрывается им. А это приводит к соответствующим проблемам или достижениям в жизни. Я вам приведу простой пример из Васту-шастра, который иллюстрирует вот очень наглядно эту ситуацию. Поскольку я уже 17 лет преподаю и консультирую вас по всему миру, вот, очень интересная вещь, что одним из самых серьезных нарушений Васту-шастра является расположение кухни на северо-востоке. Потому что кухня на северо-востоке создает проблемы с детьми, создает проблемы с мужем, создает проблемы на работе, создает проблемы с деньгами, создает проблемы со здоровьем и так далее, и так далее. Что интересно, что оказывается, в советское время существовал такой стандарт в строительстве, что кухни как раз располагали на северо-востоке. Почему? А потому что тогда не было у людей холодильников, и все курицу хранили за форточкой. Вот очень интересно, что в Риге довольно много домов, которые более или менее соответствуют Васту. Ну, как много? Относительно много. Дома построены до 1928 года. А в 1920, начиная с 1928 года, как обрезало. Стали лепить дома, как попало. Вот вы придете домой, померьте компасом, где у вас север, посмотрите, где кухня, и вам сразу станет многое ясно. Что станет ясно? А все те проблемы, о которых я говорил. Почему? Да потому что северо-восточную сторону курирует гуру. И если у вас проблемы на северо-востоке, они есть у всех, вот, ну не у всех, но у большинства, если они не компенсированы мною каким-то образом или там что-то не сделано из того, что я рекомендую, то в этих сферах будут проблемы.